Здравствуйте. Выехали с Торецка. Проехали Константиновку. Свернули на Покровский район, да? Едем на Покровск. Была дорога плохая, сейчас Миронград. Нормальная дорога. Машин нет. Как нет? Вон они пошли. Почти. Ну, дорога не загружена. Едем на Павлоград и на Днепр. Видео будет продолжено. Въезжаем Димитров, бывший, теперь Миронград, впереди церковь, солнышко светит. О, казенный торец, да. Казенный торец, мостик небольшой. Что наступает здесь? Там, где проезжали, бензина не было. Вот, видишь? Людей интересует бензин. Вот он, церковь. Когда-то мы здесь были. Были. А чем мы были, я не знаю. Сейчас только что проехали заправку за Миронградом. Был бензин. Но я не успела снять. Наверное, где-то 50 машин. Небольшая очередь. А цену ты не видел, Саш? Нет. Ну, короче, ничего не успела снять. Плохой сервис. Мост. Плохой мост. Плохой, но целый. Очень плохой асфальт. Въезжаем в Прокопьевск. Вот сейчас хочу увидеть цены на заправке. Но цен нету. Очередь вообще небольшая. Машин 20-25, наверное. Что станет? Ну, я считаю, что можно... Бутылка упала. Ну, а сколько мы литров 20 заправим, да? Да. Ну, давай, 20. Ой, ух, дорога, конечно. Цены потом... А газ? А газ? Да. А, только газ, да? Да. А, значит, только газ. И едем по Прокопьевску. Прокопьевск. Прокопьевск. От Торецка километров 80. 75. Ни на одной заправке бензина еще не было. Нет, там был, но очень большая очередь. Газ вот сейчас проехали, можно заправить. А рядом еще одна заправка. Там вообще ничего нету. Вот он, первый блокпост за Покровском. Ну, как будто движемся неплохо. Края не видно с той стороны. Даже не могу сказать, сколько. Ну, движемся неплохо. Наконец-таки проехали блокпост. Больше, чем полтора часа. Наверное, 1:35. Так, пропускает нас. Ну все, на Павлоград, на Днепр. Господи, благослови нас. Дорога отличная. Вот бы еще заправиться где. На блокпосту буквально 2 минуты были. Посмотрели документы.
попросили багажник открыть. Увичливые такие. Все нормально. Карточки. Так, приехали на заправку. Давай сюда, взяли куда. Бензин есть, есть всякий. 95-й 35 гривен. Рассчитаться можно карточкой, и гривнами, бак заправляют. И гривнами, и карточкой. И заполняют сколько надо. Полный бак. Очереди практически нет. 3 колонки. Да, 3 колонки и машина, 20 в общей сложности. Везде отпускают, везде девочки есть. В общем, класс, неожиданно, очень неожиданно. Это Днепровская область, Днепропетровская область. Только началась на Павлоград.